Я, Владыка Николай Михайлович, принял вызов от Дегтяря Владимира, чтобы поучаствовать в акции оказания помощи детям-инвалидам с ограниченными способностями. Вот моя помощь непосредственно детям. И хочу вызвать в эту акцию следующих соперников. Назаренко Александра Ивановича, Маринич Евгений Юрьевич. Принимайте вызов. Эх, жизнь наша, слава Украине! Хорошо, вот так надо держаться.